Так, здорово всем, старость, не радость, оргазм, не маразм. В общем, такие вот настроечки. Это первый взгляд будет. Что-то долго запускается, игрушка называется Stellar Warfare. Я ее вроде когда-то взял давно, не помню уже. Так, основная цель у нас тут оборона базы. Но описание, правда, здесь... Ужасная, да? Приближение работает, сможем хоть как-то выжить. Так, это у нас что? Промышленные здания, Power Station. Угу. Ага, значит, мы можем даже вот так вот импровизировать, да? Строить мы можем только, значит, так вот вблизи. Building. Так. Current building not yet finished. По одному строению можно. Так, storage я вижу. Ага, рефейнеры. Так, астероид. Добывалка астероидов, говоришь. Building. Хорошо. Так, что мы можем здесь хоть построить? Непонятно пока ничего. Так, время 8 минут. Да. Конечно, тут защитные строения. Construction complete. Так, жилой модуль. Жилой модуль. Building. Ладно. Жилой модуль поставим, правда, непонятно, что за что отвечает. Неплохо. Construction complete. Insufficient metal. А, значит, мы будем разрастаться, и судя по разрастанию, мы будем к другим астероидам тут прикрепляться. Insufficient metal. Очень забавно. Insufficient metal. Так, металл. У нас металла здесь. Старый поставлю. День здесь вот так вот аккуратненько. Power нужно 400. Без storage у нас просто это не копится. Забавно, энергии даже без него не копится. То есть 200-200 это максимум. Сколько нам один даст? Ну, по 100. Construction complete. Ни хреново. Insufficient metal. Not enough power. Не хватает энергии, да? Так, модуль жилой у нас есть. Это нам дает, значит, вот такой хренотень. Так, это у нас корабли, понял. Репульс. Она потребляет столько энергии или просто стоит одноразово, я понять не могу. Кеннет лазер есть.
пока на данный момент, я думаю, Кеннет Лазер бы лучше так расположить. То есть мы можем располагать в некоторых осях, то есть плоскости. То есть, ну, мышкой мы, смотри, как хорошо делаем. Как сказать, хорошо. Очень удобно. А, ну тогда вопрос, а если ко мне снизу пойдут? Ха-ха-ха-ха. Хреново будет. На одной плоскости тут тоже особенно не повыпендриваешься. Но лучше тогда выпендриваться на одной плоскости, чем потом на все четыре идти. Я вот так вот скажу. Пару лазеров построим. Хрена у него там ХП. Construction complete. Can't build here. Понял. Building. Поставим здесь аккуратненько вот так вот. Она супер сильно недорогая, но радиус очень хороший, что мне нравится. Но мне надо это получается как-то. Current building not yet finished. Да я понял тебя. То, что по одной постройке мы можем делать, это немного противно. Construction complete. Building. Так, а тут есть какое-то определенное. Ой, тут еще определенное количество ресов есть. Там у нас. Construction complete. Тоже майна. Insufficient metal. А есть что-нибудь жутко дешевое? Так, мне нужно что-то жутко, блин, дешевое. Cancelled. Рейдж можем сделать. Building. Current building not yet finished. Construction complete. Так. А если, скажем, я здесь лазер поставлю? У нас он даст что-нибудь поинтереснее. Дай-ка я посмотрю. Это тут территорию расширять. А территория здесь, кстати, не кисленькая такая. Любопытно. Construction complete. Ой, не туда. Или туда, туда. И да, мы с помощью них можем расширять все спокойно. Хоть бы. Cancelled. Cancelled. Not enough power. Так, жилой модуль. Дай-ка я поставлю здесь тоже. Building. Так, 115 тысяч. Этот нам дает генерацию 100. Типа бесконечные ресурсы, что ли, или чё?
Значит, делаем здесь вот такие вот. Нет, construction complete. Вот это вот дешевое. Фигня. Building. Так, 2 секунды, у нас волна идет. Hyperspace exit detected. Ой, ни хрена себе там их. Current building not yet finished. Construction complete. Их больше, чем я думал, будет. Building. Так, ну ладно, что мы можем построить? Building. New ship constructed. Так. Construction complete. New ship constructed. New ship constructed. New ship constructed. Not enough power. New ship constructed. New ship constructed. Insufficient metal. Awaiting order. Not enough power. Yes, sir. New ship constructed. Кучкой будут. Building. Так. New ship constructed. Yes, Admiral. Reporting to new location. О. New coordinates entered. Ядрить, вот пока. Insufficient metal. Ни хрена у него там дальность. Building. Чувак, ты там совсем оборзел? New ship constructed. Not enough power. Not enough power. New ship constructed. New ship constructed. Yes, Admiral. Target acquired. Building. Я вот насчет такого не ожидал, что он так далеко будет хреначить. Insufficient metal. Ship reporting. Ship under attack. То есть да, дальности стрельбы не хватает. Печально. Ship reporting. Weapons hot. Our base is under attack. Cancelled. Так, ну значит тебя вот сюда. Building. Awaiting your orders. Ship under attack. Construction complete. Кстати, по поводу вот звуков, вот в этой игре они и есть, и могу сказать, они очень даже интересно сделаны. Так, что мы вообще сейчас будем строить, никто не объяснит? Обязательно посмотрю. Building. Ready. Корабль или что? А, значит, мы так их собираем. Construction complete.
Блин, не следующая волна уже идет. Ты прикалываешься? Хрена здесь. Пернуть не дадут. Так, ну ладно. Building. Hyperspace exit detected. Standing by. Proceeding. Current building not yet finished. Construction complete. Строить пока это не закончено. Да я понял. Building. Вперед на базу пойти, любопытно. Стоп. Щиты. Любопытно, значит, мы можем увеличивать либо хелс, либо щиты. Как интересненько. Слушай, прикольная игрушка-то. Хелс. Insufficient metal. Так, ладно, мне нужно больше металла. Желательно здесь еще какую-нибудь пушечку поставить, хотел я сказать. Building. Сами, блин. Ship under attack. Да, это оборона, конечно, хорошая, но все ж таки. Insufficient metal. Construction complete. Жесть. Insufficient metal. А этот решил напрямую пойти. Молодец. Удачи. Our base is under attack. Insufficient metal. Insufficient metal. Не кисло, я тебе скажу. Это сложность 20. Construction complete. Insufficient metal. Так, если посудить, конечно, все здоровски. Building. New ship constructed. Insufficient metal. Я понял, здесь надо делать типа дота. То есть мы ставим одного его, и вокруг него несколько таких. Забавно. New ship is under attack. А база еще может сбивать разные снаряды. Очень необычно. В принципе, я проиграл, но начну новую игру. Посмотрим. На той же сложности. Слушай, прикольная игрушечка-то. Так, кто не в курсе, тип игр защита башни мне очень нравится всегда. Но здесь есть тоже такая вот хренотень. Это пум-пум-пум-пум-пум-пум. Я в ней еще не разбирался. Юнлёки чип. То есть здесь юнлок, море, киллинг. Короче, больше чем кораблей ты убиваешь, тем больше кораблей открывается. Вот такие пироги. Так, ладно, Single Plower. Wave Survival. Ну, я думаю, difficulty оставим пока на десятке.
Хотя десятка, по-моему, это слишком мало. Wave интервал тоже 10 минут, народ, оставлю. Что, ну, хотя двадцатку тогда сделаем. О чем? Это можно так сказать. Погоди-ка, дай-ка я посмотрю здесь настройки звука. Потому что музыка вроде есть, но она такая тихая. Что ж, пипец. Не знаю, сейчас попробую слушать поколдовать, но как-то очень тихо. Так, я тут сделал танцы с бубном, кстати, разрешение немного уменьшил. А разрешение здесь отвечает за размер интерфейса. В принципе, сильно сказаться на графике не должно. Но хоть немного побольше меню, потому что здесь увеличения-то нет. Ладно, поехали тут. Я не знаю, что с этой музыкой делать. Я тут говорю, танцы с бубном поделал, но это как-то бесполезно. Difficulty 20, пожалуйста. Difficulty максимальная 100. Это что тут на 100 припрет? Сразу титаны? Хороший вопрос. Так, мне, пожалуйста, green. Ой, grey. Grey это желтый. Yellow желтый. Grey это зеленый вообще-то. Да, мне зеленый как раз и нужен. Кто не в курсе, на картах космических игр самый лучший цвет это либо зеленый выбирать, либо фиолетовый. Ну, это как по мне. Так, тут пауза есть? Паузы пока не вижу. Хотел бы я знать, есть ли здесь пауза вообще. О, точно, давай-ка мы посмотрим. Да, конечно, тут Control. GH. Delete. Нет, паузу я здесь, походу, блин, не вижу от слова, блин, совсем. Такое описание, что ничего не поймешь. Ладно, будем считать, что пауза у нас здесь по-другому живет. Профилю и стилю. Так, в первую очередь ставим вот эту вот малышку. А, погоди, так это не важно, где мы их будем ставить, что ли? Пятьдесят метал, Harvesting Turk. Нет. Будем ставить их, наверное, как подобает. Building. Current building not yet finished. Сейчас. А, стоп, почему? Тут одна и та же карта, что ли? Ты сейчас серьезная игра? Как все хреново-то. Construction complete. Ладно. Нет, по-другому располагается. Они похожи, в принципе, одинаковые. Забавно даже. Building. Так, одна электростанция. Сразу вторую надо влепить. Да, потому что, видишь, эти черти-то летают вообще-то. Так что надо стероидом лучше располагать. Construction complete. Building. Так, у нас здесь тоже есть такая, так сказать, добычка. Будем ставить дешевые лазеры, которые тут самые дешевые. Вот это вот, да. Ну да, это вот самая дешевая хренотень. Construction complete. Building.
Дорогие, особенно мы построить пока не можем, денежек нету. Construction complete. Building. Так, storage норм. Current building not yet finished. Construction complete. Толк от этого всего, что у меня здесь есть, абсолютно ноль. Вот это я сейчас чуть надо сразу ставить его, ну ладно. Прошляпил. Ну, сделаю сейчас. Так. Тебя тоже надо добывать, чудо-юдо. Да. Construction complete. Not enough power. Insufficient metal. Insufficient metal. Building. Current building not yet finished. Да, я понял, понял. Не грузи меня, чувак. Сейчас мы все сделаем. Construction complete. Building. Так, ну с ресурсами вроде более-менее сделали. Сейчас начнем их добывать. Так, что мне понадобится? Construction complete. Во-первых, еще одна такая хренотень по-любому. Building. Эти два есть. Так, Orbitation Node мне пока не нужен. Это у нас Matter Generation. 25 Matter у меня производится. Construction complete. Building. Так, ну Orbitation модулей парочку бы построить. Construction complete. Building. Current building not yet finished. Поэтому гэсики. Кусарезики. Construction complete. Астероидов здесь хватает, в принципе. Building. Полный. Энергии все отлично, по ресурсам очень все хреново. Construction complete. Ну, так и должно быть. Building. Так, ладно, этот строим пока. Так, тут вроде по постройкам-то нет ограничений. Construction complete. Правильно понял, да? Где ты что за лаг сейчас был? Нормальный прикол. Так, ну я поставлю здесь тебя.
Надо их поближе к астероидам. Ну и два лазера, наверное. Construction complete. Building. Куда они пойдут? Construction complete. Building. Ладно, ожидаем. Construction complete. Can't build here. Can't build here. Building. Ресурсы копятся, все копится. Пока все вроде в норме, да? Construction complete. Building. Блин, полминуты последние тянутся как час, я тебе скажу. 20, 19, 18. Жесть какая. Впечатление, будто время здесь ускоряется какими-то непонятными, блин, образами. Hyperspace exit detected. Building. Ага, отсюда они идут, да? Значит, мы сейчас будем здесь импровизировать. Construction complete. Да, где-то вот так вот. Building. Current building not yet finished. Our base is under attack. Construction complete. Building. Ship under attack. Ну. Ой, говори мне, это они так атаковать собираются, да? Не, понимаешь, он по щитам бьет. Construction complete. Ни хрена убьют. Harvester under attack. Building. Construction complete. Our base is under attack. Construction complete. Building. Not enough power. Not enough power. Construction complete. Building.
Our base is under attack. А, он по дальнему хреначит. Construction complete. Not enough power. Ладно, учтем. Not enough power. Слушай, довольно забавно, я тебе скажу. Not enough power. Господи, куда-то вся энергия-то убежала. Cancelled. Building. Так. Здесь хотя бы эта хрень целая осталась. Поэтому не то, что надо. Construction complete. Точнее, не то, что я хочу. Building. Ремонт у вас хоть есть? Construction complete. New ship constructed. Building. Я не уверен. New Building. Ship constructed. Cancelled. New ship constructed. Так, мне еще одна power нужна. Cancelled. Building. Так, и надо будет бы нам... Construction complete. Ready for operations. Так, воды. Для начала тогда нам надо будет расположить еще одну здесь. Ну, расположим ее вот так. Building. А такая возможность присутствует. Ни паузы, ни скорости. Construction здесь. Complete. Не продзапиндюрить. Забавно, конечно, но. Building. Также и немного странно. Current building not yet finished. Да, регенерирует потихонечку. Construction complete. Building. Not enough power. Понял. Not enough power. Энергии не хватает, как всегда.
Где наш супер Not enough power. Че? Construction complete. Not enough power. Not enough power. Power gun. Ага. Усё. А теперь понял. Как это работает. То есть они так же, как и потребляют энергию, building. Так же, как и отдают. То есть надо здесь балансировать. Construction complete. Insufficient metal. Can't build here. Building. Construction complete. Очень жутко необычная игра. Building. Так, жалко здесь никаких ангаров, истребителей, чего-нибудь еще такого любопытненького. Construction complete. Да, вот теперь я их вижу, мне от этого не холодно, не жарко. В принципе, они идут на хорошую занярку. Долить-то мы должны их. Но это что сейчас было? Construction complete. Our base is under attack. Harvester under attack. Дальность атаки что-то такая дичайшая. Building. Кто-то не те таблетки сегодня выпил. Ship under attack. Или чё? Building. Our base is under attack. Construction complete. Building. Current building not yet finished. Ship under attack. Construction complete. Building. Construction complete. Our base is under attack. Когда не думал, что скажу такое, но что-то больно как-то круто. Cancelled.
building. Ship under attack. Хоть и побеждаем. Construction complete. Cancelled. Building. Я не ожидал, что мне придется больше этих ставить. Похоже, не все так гладко в датском королевстве, это моем. Our base is under attack. Insufficient metal. Construction complete. Building. Surveyor. Moving. Moving to destination. Я понял. Construction complete. Building. Я не скажу, что сильно забавно, но очень любопытно. Construction complete. Our base is under attack. Так, чем она там стреляет? А, тут, смотри, даже пушечки есть. Прикольненько. Building. О, точно. Construction complete. Потребление 850, производство 1000, так. Insufficient metal. Я не обратил внимания, что вообще ни одного сундучка тут, блин, не вижу. Я вот обратил внимание и не могу понять, почему в этот раз я ничего не вижу. Building. Construction complete. Cancelled. Building. Current building not yet finished. Construction complete. Building. Забавно. Construction complete. Building. Так, надо еще один storage подготовить.
Construction complete. Building. Забавненько, забавненько, кто к нам прилетит? Construction complete. Building. Так, нам здесь бы сейчас перекрыть было бы неплохо, очень крайне. За минуту успеем, как думаешь? Да придет, блин, complete. Основных звездюлей. Building. Ну, в принципе, надеюсь, успею. Тут только под конец время тянется, блин, как фиг знает что. Construction complete. Building. Так, надо потом примерно определить, какая здесь пушка самая, блин, дальнобойная, помимо вот этой вот хренотени. Да что-то дальность меня здесь никак не радует, я тебе скажу. Construction complete. Building. Так, отлично. Значит, мы все успеваем. Окей. Так, мы успели завершить периметр только. Hyperspace exit detected. Construction complete. Building. Не так много. Insufficient metal. Construction complete. Insufficient metal. Building. Ну, мы вряд ли успеем, но понадеемся. Our base is under attack. Нет, такая дальность атаки мне что-то ни хрена не радует. Но массовость огневой мощи здесь неплохая все равно, как ни крути. Building. Ship under attack. Harvester under attack. Construction complete. Insufficient metal. Не, ну вообще прикольно сделано. Our base is under attack. Знаешь, вот жалко таких онлайн-стратегий нет, вот подобно этому. Она много не ест, и тут неплохая оборона. То есть, ну... Insufficient metal. Все, как говорится, что душе угодно. Сейчас мы этих мелких посбриваем быстренько. С этими уже доразберемся. Ship under attack. Insufficient metal. Ой, я ж там эту хрень не построил. Cancelled. Building. Our base is under attack. Mm.
крепкие. Construction complete. Ship under attack. Так, порядок. Следующая волна 5 минут. Our base is under attack. Building. И над элит просто мы это уничтожаем. Довольно просто. Construction complete. И любопытно. Ладно, народ, на этом, в принципе, первый взгляд я закончу. По игре, думаю, всем понятно, что она из себя представляет. Очень забавная игрушечка, я тебе скажу. Всем удачи, всем пока.